Избавиться от старого холодильника, телевизора, чайника или микроволновки можно с пользой не только для природы, но и для себя. Сеть магазинов электроники и бытовой техники «Эльдорадо» предлагает покупателям поучаствовать в акции «Утилизация». Более 10 тысяч наименований товаров по доступным ценам можно приобрести в торговом центре «Славянский» по адресу улица Ленина, 22. Суперскидки в обмен на старую бытовую технику. Акция «Утилизация» регулярно проходит в Эльдорадо с 2010 года. Старые холодильники и телевизоры годами пылятся на балконах и кладовках или отправляются на стихийные свалки. Магазин «Эльдорадо» сам заберет у вас отслужившую бытовую технику, а взамен предложит значительные скидки на покупку новой. Часто покупаем в «Эльдорадо», в принципе, всю свою технику в «Эльдорадо». Вот зашли посмотреть новый магазин. Что здесь представлено? Чтобы не напрягать себя, как выкинуть старую технику, пожалуйста, обращайтесь. Приедут, заберут, еще и скидка у них же хорошая, по-моему, за утилизацию. Передав для утилизации старый телевизор или чайник, можно с выгодой приобрести смартфон, холодильник, ноутбук, стиральную машину и многое другое. Товары, участвующие в акции, отмечены на сайте и в розничных магазинах. Магазин очень хороший, действительно, акции постоянно, прям круглогодичные, что ни приди, везде какие-то акции. Очень хорошо, что они придумали такую акцию, сдай старую технику и получи новую. Выбора очень много, всякой техники, прям мне магазин очень нравится. «Эльдорадо» гарантирует, что вся техника, полученная по программе утилизации, будет переработана без вреда для окружающей среды. После разборки детали сортируют. Пластик, металл и стекло пойдут на вторичную переработку. Из них получат новые фитнес-браслеты, микроволновые печи, автомобильные запчасти и интерактивные игрушки. Техника стала неотъемлемой частью нашей жизни. Она делает ее комфортнее, а нас самих продуктивнее. Однако с ростом потребления мы не должны забывать, что уже отслужившиеся девайсы требуют правильной утилизации и переработки. Заботиться о природе легко, начать можно с простых вещей, принеся старые устройства в наш ближайший магазин. Тем более за это можно получить хорошую скидку на покупку новой техники. Любите природу, и она ответит вам взаимностью. Утилизация продлится до 2 ноября. Вывоз старой крупногабаритной техники можно заказать бесплатно из дома. Подробности проведения акции и дополнительная информация для покупателей в магазине «Эльдорадо» по адресу улица Ленина, 22 и на сайте eldorado.ru.